Миранду списали. Ладно. Да, ну прямо здесь А3. Ладья F7, их можно было сразу А3. А2, и после ладья F7, перехожу бы на слон А3. И вот тут опять все печально для этого заканчивается. Поэтому, не весело, да. Поэтому бить нельзя. Все-таки бить нельзя, значит, нужно ходить хорошо 8. На А3 придется сыграть ладья А7. Но тут тогда черные как-то могут усилиться, наверное. А может? Давайте подумаем. Конь b2, пожалуй, единственный ход, потому что на конь опять и на слон опять следует взять на f3, что не входит в планы черных. Конь b2, но я просто хочу c4, c3.